Добрый день, с вами компания Мариади и я Михаил. В наших выпусках мы рассказываем вам об интересных и качественных языковых лагерях в Англии. Из наших видео вы узнаете много интересного и уверен, ваши дети захотят побывать в этих лагерях. Ну что же, начнем наш рассказ. Садитесь поближе к экрану, сейчас будет интересно. И начнем мы с лагеря Брэдфилд Колледж от Oxford International. Брэдфилд Колледж предлагает отличную стандартную программу на 2 недели, общий английский, которая включает в себя 20 часов английского в неделю. Территория школы занимает 80 гектар и прекрасно оснащена. Смотрите сами. Это большой крытый спортивный комплекс, 25-метровый бассейн с подогревом, более 30 теннисных кортов, игровые поля, танцевальные и театральные студии, компьютерный зал. А гордостью школы является греческий театр, рассчитанный на 100 мест. Колледж находится в графстве Беркшир, на западе Англии, недалеко от города Ридинг, куда, кстати, у ребят будет экскурсия на полдня. Это всего в часе езды от Лондона и в 40 минутах от аэропорта Хитроу. Хочу отметить, что Ридинг упоминается в знаменитом произведении Оскара Уайльда «Баллада Ридинговой тюрьмы», собственно, в которой писатель и провел 2 года, заложив в основу произведения реальные факты. Также в 1992 году на местном фестивале выступала группа Nirvana, которая впоследствии записала альбом Life in Reading. В продолжении об экскурсии хочу добавить, что по программе студенты 2 раза отправляются в Лондон на целый день и 1 раз в Оксфорд с посещением знаменитого университета. Думаю, эти города в представлениях не нуждаются. В вечернее время для учеников подготовлена развлекательная программа, дискотеки, барбекю, шоу-караоке, шоу талантов и многое другое. А после очередного насыщенного дня ученик всегда может прийти в свою уютную комнату. В резиденции школы студентам предоставляется комфортное размещение в виде комнат от 1 до 4 человек, многие из которых имеют все удобства прямо в номере, что очень удобно для проживания. В каждой резиденции есть большие комнаты отдыха, где студенты могут расслабиться и пообщаться друг с другом. Кстати, этим летом наша группа уже ездила в этот лагерь, и ребята остались очень довольны. Информацию о наших поездках и многое другое вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Вступайте в группу, чтобы быть в курсе всех новостей. Заинтересовались этим лагерем? Тогда позвоните или оставляйте свою заявку у нас на сайте, и мы с радостью с вами свяжемся и расскажем о нем и о многих других лагерях как можно подробнее. В следующем выпуске мы анонсируем нашу групповую поездку на лето и подробно расскажем вам о лагере, о котором знаем практически все и не понаслышке. Не пропустите! На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, показывайте детям, родственникам, собачкам, котикам. Хорошего вам настроения. Пока.